I looked back at him. Why am I looking at your dong? Alright. Да, кто ты? Ну, наконец-то! А я за тобой наблюдал! Ты неплох для старика! Думаю, вместе мы на многое способны. Старина, старик. Говори, что надо, и проваливай. Не, да без обид, старина, ладно? Я просто хочу тебе помочь, что бы ты там ни делал. Пока что звучит интересно. Продолжай. Я знаю, что ты хочешь проникнуть на атомную станцию. Более того, и тебя, и Нар сложно назвать друзьями. А я хочу избавиться от них не меньше тебя. Они мешают вести дела. Так что у нас общий враг. Предположим, я заинтересовался. Как ты мог? Да я это место знаю, как свой... Ладно, мне интересно. Дальше что? О, отлично! Отлично! Теперь тебя ждет проверка. Я знаю, что... Иди в кафе Припять, в Припять. This one's me. Go explore. Medicine drop. And let's go. Слушай, Лёха, я в Киеве. Ага, у маминых родственников. Нет. Да хватит меня перебивать, просто слушай. Тут недалеко город есть, Чернобыль. Да заброшенный, верно, после аварии 80-х. Лёха, ты можешь меня послушать минута? Ой, наконец-то. В общем, какие-то чуваки из Киева превратили Чернобыль в одну большую долбанную лабораторию по варке мета. Полиции нет, никто ничего не разнюхивает. Но когда 2 недели назад скакнула радиация, они оттуда смылись. И все самое вкусное так и побросали в Чернобыле. Можешь себе представить? So that explains a lot of the fucking shit, really. Now the fun part. Let's race, old timer. You have 10 minutes to get to the 3rd floor of the Pripyat Hospital. It's south from here. I'm watching you. No cheating. А теперь начинаем веселье. Время пробежки, старина. У тебя 10 минут, чтобы добежать до 3-го этажа госпиталя Припяти. Это южнее. Я смотрю. Так что давай по чесноку. Как-то я староват для беготни. Черт. Give me all the Chernobylite. Ah!
центр, у нас враг. Если ты отвернешься от них, то я сдохну. Должен быть, кто это видит? Знаешь, Бог народ, ты видел. Отлично! А ты меня впечатлил, старина. Теперь время реальной проверки. Так ты разогрелся, старик? Кровь бурлит? Сердце колотится? Просто уфу. Дай-ка отдышаться. В моем возрасте физические активности как-то выматывают. Теперь проверяем волю и веру. Основу настоящей силы. Чтобы показать себя, ты должен спрыгнуть с крыши. И чёрт вниз не смотри. Что? Ты сбрендил? Кстати, старина, меня зовут Сашко. А теперь вперед! I looked back at him. Why am I looking at your dong? Вау, боже мой, да ты реально это сделал. Да ты долбанутый, старина, вот это ты дал. Послушай, ты чокнутый, но ты мне нравишься. Присоединяйся ко мне. Ты же сам сказал, что нар мешает вести дела. And go. Alright, who else do I need to fuck up in here? Trying to pull out my gun. Hey. All right, fine. Run. Run this way. This is enough. Just
6. Boom, I'm gone. Все дотла. Сплошной пепел. Ничего не осталось. Все сгорело. Семенов. Не понял. Yeah, see that fox there now. Olivia. Aw, Mikhail. It's alright, Mikhail. Alright. Mikhail, how you do? Olivia? Ну как там, старина? What's up, pop? Сашко, можешь меня чему-нибудь научить? Полезный? Без проблем, старик, дай подумать. Ладно, давай начнем. Fuck yeah, let's do it. It's like, yeah, I can teach you to run fast, sled ass. God damn it. Sled ass. Yes, he can teach me to run fast, sled ass. Ну как там, старина? Сашко, можешь меня чему-нибудь научить? Без... Ладно, давай начнем. Yes. This one would be a lot better. Да, Игорь. Слушай, Оливер. Хотел. Let me ask fucking this kid. Ну как там, старина? Как? Yeah. I need advice. Эй, Сашко, что-то я запутался. Запутался? Но нет, ты меня в это не втягивай. Это твои проблемы, старина. All right. Yes. Вас понял на 41. Действуйте согласно приказу. Все чисто. Прием. Будет сделано, синяя птица. Скоро получим документы. Конец связи. Ты что творишь? Прикидываюсь синей птицей. Это позывной штаб-квартиры НАТО. Собираю информацию, знаешь ли. Слушал радио, что-то заскучал. Хитро придумано. Я и не думал, что ты такой проныра. Был неправ. Но я достаточно убедительно звучу, как офицер. Yeah, see, that's where I was before. Yeah, see, Копачи. So that's me. See, now that we have like 4 people, I could actually have this. You could probably have more. I don't know. Probably. I hope so. Так, дети, внимание, пожалуйста. Володя, сядь на свое место. Мы почти приехали в санаторий. Как я уже говорил, санаторий называется Изумруд. Володя, что я тебе сказал? Быстро сядь на место. Когда приедем, можете сами выбрать себе домики. По четверо в домике, дети. Еще есть небольшой магазин и комната отдыха с телевизором. Домики недавно перекрасили.
нарисовали героя ваших любимых мультфильмов. И я очень надеюсь, что вы будете вести себя как настоящие пионеры. Right off the bat, food. Ah. Radiation is delicious. Is delicious. Спокойно, Андрей, спокойно. Это старые документы. Мало ли что могло случиться. 30 лет прошло, знаешь ли? Ха-ха! Гляди-ка, что я нашел. Адресовано Станиславу Кузнецову. В продолжении предыдущего отчета готовы перейти к следующей фазе. Документы, заметки и отчеты об объектах 125-135 должны быть немедленно переданы на безопасное хранение в бункер 007. I could have KGB'd him too, but you know, more fun just to blow his brains out. Yes, the dude that was squatting in here had to leave. So, I'm taking his shit. Is now mine. One, two, and, or two, three, four, my weapons. This makes me very paranoid.
Так, так. Ну что, угодил в мою ловушку? Можешь считать, что я слишком люблю драму, маленький крысёныш. Но... я обожаю убивать крыс вроде тебя. Служишь крысиному... Фух, повезло. Нужно быть осторожнее. See, now that you got like everything all set up, you can just pop in and out. Старый чокнутый придурок. Крепкий орешек. Кто б подумал, что он с крыши сиганет? Да уж, он может быть полезен. Поможет мне найти лабораторию. Парень он находчивый. В этом ему не откажешь. I like how that motherfucker's not talking shit about me. He's happy. Hey, what's good? Aw, it's okay. You bring back one single weed. Ну как там, старина? Spent time with all of you in a while. So. Можешь чему-нибудь, ну. Ладно, давай начнем. Иди за мной и готовься. Follow me and prepare your anus. Ну что, базу мы освоили. Переходим к более сложным техникам стрельбы. Я научу тебя. Так, я тебе что говорил? Я научу тебя. Как стрелять из укрытия. Так, я тебе что говорил? Найди укрытие, Игорь. Приготовься. Когда я скажу «начали», стреляй. Помни, оставайся в укрытии, насколько это возможно. Целься быстро. Внимательно выбирай цель. И нажимай на спусковой крючок очень плавно. Ладно, Игорь. Готов? Начали. Ха, отлично. Получилось. Ты не думал сменить профессию? Пароль, руки вверх. Ну, осмотиться. Трист, может висеть уже Игорь. Rhino 3, this is Bluebird. Do you read me, over? This is Rhino 3, reading you loud and clear, Bluebird. Over. Rhino 3, change of plans. Professor Georgi Semyov will now be at Kopachi's kindergarten. ETA, 3 hours. Provide support for a hello. Over. Wilco, Bluebird, we're moving out. ETA, 2 hours. Over and out. Seminar. Everyone's thing. Here we go. You all should work while you're here. Come on.
Yeet. Just gotta yeet. To Apache. Follow the trail. Time to go obliterate some people. Ow, 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 ow. Radiation hurts. Nommy, nommy, radiation. Thing is mine. Just gotta love it. Chunks of brain. I sure do love butchering people. It's over the river and through the bushes. Alright. Gotta keep this thing loaded, because it's the only thing I have increased damage on. Straight out of the radiation. Alright, one per each. Ты знаешь, Горан, у тебя что снеслилось. Если это отверни... Honestly, sometimes I think I collided them. Like, these guys are like missing heads, missing arms. Yeah, I collided them. Like, bam, gone. All right, let me grab most of these. Can't have too much of these, because you're not going to know when you're going to need them. Georgie.
Жить. Пароль. Рук. Осмотрит. Shadows. Yep, yep. It's all like he explains the shadows, his technology, like this from Igor's things too. Like his portal gun is another one of his. Anymore? Yeah, see, here it was. Old friend. Now. Yeet. I'm out. Be like Rick and just be like, yeet. Мы только что забрали поставку боеприпасов 03А. Отличная работа. Нам она очень нужна. Операция рассчитана на 24 часа максимум. Мы и так уже затянули. А все из-за Семенова с его исследованиями. Но количество как-то не сходится. Боеприпасов меньше, чем указано в документах. Должно быть какая-то ошибка. А не первая, не последняя. Приступайте к выдаче боеприпасов, капитан. Alright, I'm home. Alright, double food, double food, double food, double food. Что происходит, Игорь? А Михаил, ты же типа спецагент, так? Конечно, травы. Ладно, давай начнем. Alright. That's all of Mikhail's skills. Oh, fuck. Игорь, теперь проверим твои навыки выживания. Эх, прямо не терпится. Это одна из самых важных частей моего обучения. Понимаешь, всякие ситуации бывают. Если ты в лесу и ранен, времени у тебя, тебе придется быстро, так что я готов. Внимар! Игорь, 40 секунд осталось. Come on. Where are these things? Go. Is that everything? Хорошо, давай поглядим, что ты нашел. Fun, right? I fell through the map. Like, yeah, that was completely fun. Yeah, oh god. I have too much. I have too much.
use it from the fucking other ones. Here you go. Yeah. There we go. Wanted to craft more of those. Bam. Yay. Yeah, see, now I'm still missing one. Yes, sleep. Sleep.